Так, журнал «Караван историй». 2007 год. Сплошная реклама в начале. Жена выписывала. Сейчас, заметьте, журналы на даче лежат. Вот решил выкинуть. Вы, Иван, когда-то работал? Такое ощущение, что вот другой век. Толстые страницы рекламные. Мы в 2007 году купили наш первый автомобиль, Opel Corsa, да? Ну, 13 лет как бы уже проездили. Существует закон, согласно которому у молодая Ходченкова ограничено процент рекламы в журналах. Интересно, этот актер еще жив? Ой, Киркоров тут будет молодой. Скажите, он жив или от рака вылечился, да? Все звезды, все вот звезды. Корчит рожи. Уже пол журнала пролистали. Opel Astra реклама. Так прикольненько. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Если будут лайки, я буду дальше эти журналы. У меня их целая стопка в шкафу. Выкладывать буду. Снимать и выкладывать. Либо не будут лайк, выкину просто. Все. Тему, что какие-то люди снимаются в виде фотографий, картин точнее. Что-то у меня рука уже устала листать, уже 200 страниц пролистал. Тонева, молодая. Нет, Савельева. Красозанова. Молодой Белоголовцев. Псевдонемецкий Борг. Лучшая оценка. Все, пошел на помойку.